Всем привет! Сегодня 7 июня 2023 года, среда, город Харьков, на улице Плюс 17. Сегодня ясная и солнечная погода, без осадков и без сильного ветра. Солнышко уже давно сегодня встало, в 4 часа 28 минут, зайдет солнышко в 20 часов 40 минут. Долгота дня сегодня 16 часов 12 минут. Ну что, сегодня покажу вам ту же самую как бы розу, но это ее, наверное, отводок. В свое время мама моя отсадила ее, она была в очень плохом месте. Я ее пересадила на лучшее место, и она у меня, ну, здесь, ей, по крайней мере, нравится. Как я вижу, она цветет. Это тоже роза-вьючка. Вот у меня есть розочка, она распускается розовой, а на следующий день она становится желтой. Это мамино наследие. Показываю вам розу, но она еще пока не распустилась. Очень красивого, насыщенного красного цвета. Эту розу я привезла из города Николаева, из ЖД вокзала. Тоже она ехала в бутылочке с водичкой аж 17 часов на поезде. Но их было два таких маленьких саженца, ну, две веточки. Но одна, к сожалению, не начала расти, а вот это вот получился такой достаточно большой куст. Я буду пытаться их, ее тоже рассаживать, потому что она мне очень нравится. Вот несколько дней еще пройдет, она распустится, я вам потом покажу, какая это красота. Ту, которую я показывала, роза с кривого рога, вот, она уже распустилась, она высокая, тяжеловато поднимать руки так выше себя. Вот видите, куст огромный, но будут еще цветы, я ее потом обрежу хорошо. Смотрите, как классно распустилась роза под забором. Это тоже роза вьючка, и посмотрите, как высоко пошли развиваться веточки. Все-таки классно, когда нет крыши. Если они уберут эту стенку, это будет вообще прекрасно, и поставят забор. В общем, вот такие вот у нас дела. Поэтому я всем вам отправляю позитивное настроение сегодня. Просмотрите еще раз розочки, они все-таки дают вдохновение такое. Всем хорошего дня и всем пока.